Добрый день. Давайте сегодня разберемся, что сделать с засором раковины. Как он проявляется? Когда вы наливаете воду, включаете, постепенно заполняется вот эта вот трубка сливная, и дальше уровень воды начинает постепенно подниматься. Вот здесь это хорошо видно. Что можно сделать? Здесь, если вы просто воспользуетесь вантусом, да, он, кстати, недорогой, покачайте, то в ряде случаев это может решить проблему. Здесь достаточно так интенсивные движения. Вот. Казалось бы, я прочищаю вантусом, но почему-то особо ничего не происходит. Вот, то есть незначительное улучшение происходит. Хотя вот в данном случае оно постепенно стало лучше. А для того, чтобы улучшение было более быстрым, нужно вот эту вот штучку затыкать. Например, какой-нибудь губкой или тряпкой, потому что через нее проходит воздух, и эффективность ваших действий она снижается. Поэтому лучше вот так вот сделать, тряпочкой или губочкой, и потом уже откачивать вот эту воду. В данном случае мне удалось прочистить даже без этой губки, но в случае сложных засоров, или когда прочищает женщина с небольшими усилиями, то лучше заткнуть вот так вот. Если это все не помогло, то нужно посмотреть, значит, что у нас находится внутри. Вот здесь, как правило, скапливается грязь. Вот. Что такое? Ну прекрати вот этот бардак тут показывать.